Всем привет! Вы же знаете, да, когда коту делать нечего, он начинает, ну, находить себе занятия, короче. Получается так, что когда самогонщику становится скучно, он берет сахар. Вы знаете уже, да, что я на сахаре-то не особо делаю что-то редко, если только друзья просят, что им водку сделать сахарную. Но, короче, я говорю, мне стало скучно, что-то заторы все стоят, делать нечего, вроде бы самогонных дел я имею в виду. Я решил заказать себе сахару в Пятерочке с доставкой, просто у меня есть доставка тут до дома из Пятерочки. Решил заказать сахар. Как обычно, там у них самый дешманский вот этот сахар, который называется белый в приложении, по-моему, 59 рублей, ну, короче, 60 рублей. Привозят они его всегда, уже как-то испытанно, заказывал несколько раз, давно последний раз, правда. Привозят они его всегда разный. В этот раз притащили вот такой, вот этот русский сахар с каким-то тут леопардиком, хотел сказать леопердиком. Ну, заказал я, короче, 7 кило заказал. Думаю, сделаю брашки по-быстрому, чтобы на эксперименты различные, вот, типа настоек. Короче, всякой фигни, куда не жалко потратить именно сахарный самогон. Соответственно, заказал, буду бродить сейчас, заодно проверю. Но самая главная фишка, вот я вот этот сахар, почему ролик затеял, на самом деле хотел просто сделать и все, не париться. Этот сахар, я почитал, тут он такой, да, вот это вот все красиво, модно, благородно, там все такое расписано. Но фигня в том, что в составе, когда читаешь, здесь маркировка на этикетке. Смотришь этикетку, вот здесь вот это, где она тут, маркировка-то уже потерял, смотри. А, вот здесь. И мы видим, что здесь сахар ТС-3. Вот если вы берете сахар на еду, ну, в смысле, на чай там, да, куда-то еще, я бы вам совсем не рекомендовал брать вот этот сахар. Вот такой. Присматривайтесь к этим ТС-ам. ТС-3 – это самое днище грязное, которое можно придумать. Просто вот отстойщий, а не сахар. По примесям, по всякому дерьму. Он и так-то стал дерьмовый сахар в последнее время с этой кучей примесей. Там, знаете, как медь на нем чернеет и все остальное. ТС-3 – это вообще отстой. Я посмотрю, конечно, что из него получится. Перегоню все, вам покажу. Самому интересно, но и вам покажу. Такой, может, он ролик-то не особо и нужный. Ну, эксперимент посмотрим. Главное, о чем я всегда предупреждал всех и говорил, ТС-3 не жрите. Перегон там, да, термообработка, все переварится, задержит медь, задержит что-то еще. Колонна поможет справиться со всякими примесями. Но в еду вот это я бы не пускал. В еду только экстра или ТС-1. Это прям крайний такой ТС-1. То есть вот такое вот говно привозят, грубо говоря. Сбраживать буду по стандарту, чтобы не было косяков, не было ничего. Сбраживать буду на 48-х брагманах. Тут, я думаю, что со мной многие согласятся. Да и я как бы уверен в этих дрожжах, что они выжрут все. И, соответственно, посмотрим на максималках. Потому что простенькие дрожжи частенько этот сахар стали... Ну, не этот конкретно, а вообще сахар, который выпускают в последнее время, привозят в этих вот упаковочках килограммовых. Стали жрать его плохо. Брагманы 48-е справлялись всегда на ура, и сейчас справляются, там подкормок куча. Здесь можно типа до 9 килограмм этой пачкой сбродить. Я буду бродить 7, просто побыстрее, чтобы они там мне за 4, ну, за 3, за 4 дня это слопали. И как бы все, потом у меня там другие перегоны подбегут, некогда будет уже экспериментировать. А тут такой побочный перегончик будет. Короче, я это сейчас дело брожу, не буду вам там мудрствовать особо что-то. Покажу уже результат первого перегона. Так что я погнал ставить все это дело и первый перегон потом делать, а потом уже подключу. Я что-то не сдержался вам подключение сделать. Дрожжи еще не вносил. Смотрите, какая такая черная жижа. Даже не знаю, как это назвать, но это похоже, как будто я вот концентрат перегоняю. Или вот эту мелассу тростниковую, по сути. Ну, конечно, посветлее. Но этот цвет, это прям какая-то жесть. Нереальная жесть. Это я в кубе поставил в своем сорокушнике. Ну, блин, не знаю. Прям даже не знаю, что вам сказать. Темная, черная,
жижа. Вот такая вот с этого сахара. Ну, в общем, выбродил сахарок этот. Вот так он сейчас выглядит, оседать начало. Так что буду перегонять. Единственное, вонял при брожении. Сильно так вонял первые несколько дней, прям вонище стояло. Так что смотрите. Хотя дрожжи брагмана, они обычно вони не дают. Но тут была прям такая жесткая вонища, как будто это на каких-то паршивых дрожжах сбраживается. Так что все перегоняю, потом посмотрим, что получится. Ну что, давайте смотреть результаты перегонки из этого чуда сахара. Спирт-сырец выгнал до нуля, ну до 99 в кубе. Не стал там дожимать совсем. Получилось всего 10 литров. Ну, может, там 10-200, я тут не пересчитывал. Измерил крепость, получилось 42 градуса. Так что, кому интересно, пересчитывайте на калькуляторе, сколько там спирта, сколько чего. Я думаю, уже пора научиться пользоваться калькулятором, чтобы рассчитывать. Сам спирт-сырец, ну, такой сахарный, вонюченький, наверное, стандартный в какой-то степени спирт-сырец. Медная мочалка, смотрите, какая страшенная оттуда. Ну, вот в угол я загоняю уже, да, при первой перегонке. Разматывать не буду, сейчас ее сразу мыть, потому что с нее черная жижа капает. Это жесть просто. Только вот вытащил. Так что вот такой вот расклад по этому сахару. Кому там что интересно было, что как получится и прочее. В общем, получается вот такой вот расклад. Ну, дальше я его сейчас буду перегонять. Уже второй перегон, обычный на спирт. Я думаю, вам особо это уже не интересно. Но, повторяюсь, уже как говорил, есть этот сахар в еду. То есть там в варенье, в чай, не знаю, куда вы его там, в выпечку, может, какую-то. Я бы не стал вообще добавлять его туда. Прям не рекомендую. ТС-3 – это вот дрянь, а не сахар. Грязная дрянь. Соответственно, в брашку, ну, можно, да, получается, вот, вполне себе нормально. Напоминаю, что было 7 кило сахара, чтобы вам для расчета потом понять, какой же все-таки выход. На хороших дрожжах дрожжи брагмановские, 48-е, выбраживают всегда в хлам, сжирают. Здесь вот такой расклад. 7 кило сахара, остальное я вам сказал, пересчитывайте, смотрите, думайте сами. Вот такой вот сахарок в пятерочках. Сейчас завалены все полки, я уже посмотрел. Как-то так. Всем удачи.